Итак, красим плиточку. Плиточка у нас гипсовая, белый цвет. Вот, и будем из нее делать немножко другую цветовую композицию. Вот, для этого мы валик. Здесь у нас раствор акрилового лака на водной основе, 1:4 разводим. Вот валик у нас полусухой получается, то есть не делаем жидкий, чтобы он прокрашивал только верхнюю часть плитки. Не затекал шкуры и вот все остальное. Дальше какой эффект будет достигнут, естественно, мы вам сейчас все, то есть видно, как такая часть прокрашивается. Плитка прокрашивается у нас не полностью, а частично по верхним точкам. Здесь, допустим, очень заметно, да, что вот здесь у нас прокрасилось, а здесь у нас осталось нетронутым. Давайте вкладываем на большую поверхность. Здесь у нас около 1.5 метра этой плитки. Вот сейчас проходимся аквалаком, вот, разбавленным. После чего, когда это немножко подсохнет, мы уже будем с красителем проходить всю плоскость. Итак, лак у нас в данном случае попался достигнутый поп-лак для наружных и внутренних работ. Экологичный, быстро сохнет, акриловый, подчеркивает текстуру. Тара-тара. Ну, это, в принципе, не очень интересно. Главное, чтобы лак был у нас бесцветным. Вот акриловым на водной основе. Вот, разводим его 1:4 с водой. Вот, с водой разводим в первую очередь для того, чтобы не было такого блеска лоска, потому что даже если лак будет матовым, от него все равно будет оставаться такой блеск, чего не очень бы хотелось. Вот, а вода все-таки дает эффект такой более насыщенной матовости, скажем так. Итак, эту часть мы все уже прокрасили аквалаком. Ну вот, ждем, наверное, минут 10-15, он быстро впитывается. Ну, после чего будем наносить краску. Ну, по поводу краски будет. Итак, плитку мы покрыли акриловым лаком. Ну, после чего развели, в данном случае у нас порошковый краситель. Вот. Смешали там несколько цветов, желтый, оранжевый, коричневый. Вот. И дальше, получается, проходим практически полностью всю плитку, в зависимости от того тона, который нам необходим. Вот. Просто кисточкой вот так вот проходим. Впадины, трещины и все остальное. Естественно, красителя попадает больше. Вот, цвет становится более насыщенный в этих моментах. Вот. Конечно, самый простой способ покраски, не требующий дополнительной аппаратуры и всего прочего. Мы дошли до конца. Сначала плитка у нас уже пропиталась. Берем просто мусор с водой. Берем плитку, проходим сверху. Получается плитка уже более текстурная. Торцы проходим, чтобы они особо не выделялись. Оставляем, чтобы она немножко подсохла. Можно, в принципе, и так уже оставлять совершенно смело. Мы хотим немножко, чтобы была такая
большая протертость. Белая, но со своими вкраплениями, чтобы на стене она смотрелась уже особо выделяясь на фоне другой плитки. Дальше так оставим. Пойдем посмотрим. Ну, следующий ряд мы уже плитки делаем. Можно этим же красителем. Можно взять другой краситель. Ради эксперимента можно даже уже покрашенную плитку где-то какие-то моменты провести. Другим совершенно красительным. Вот. Сейчас он немножко питается, после чего мы немножко просто затрем и все. И та же процедура. То есть краситель он совершенно безопасен. То есть он стирается, отмокает. То есть это порошковый краситель. Из Польши и Германии. В данном случае Дания, Амникол, то есть натуральный, нет, да? Вот. Натуральные пигменты. То есть вот мы мазанули другую плитку, слегка ее подтерли где-то. Еще не впитался, просто надо питается. Сухо, видишь? Вот, опять же тоже насыщенный цвет. То есть, когда он будет смотреться на стене для разбивки, можно белый обратно вернуть этот цвет. У нас останется такая трещина уже другого цвета и будет показана глубина. Тут уже, как говорится, на вкус и цвет. Кому что и как нравится. То есть, если у вас под рукой есть белая гипсовая плитка, не обработанная первоначально лаком, вы можете задать ей совершенно любой цвет, любой насыщенности. Вот. В дальнейшем я еще покажу, как делать на плитке общий тон. Может быть, оставшиеся ряды сейчас успеем показать, как это делается. И можно сказать, что такой рисунок вы уже не повторите. Вы будете знать, что плитка у вас настолько уникальная, насколько вы сами этого себе захотите. Не остается чисто белого цвета нигде. И какие-то вот эти интересные перепады цветов и всего остального можно как раз отыграть и выбрать ваши плитки. Видите, на прокрас.
значит, белый у нас оставался. Также белый, но уже немножко в другой тональности. Yeah.